Здравствуйте, с вами Ольга Белова и проект Фаберлик Онлайн. Хотела показать вам первую часть своего заказа по седьмому каталогу. Вот. Начну с того, что пришло для моих, скажем, клиентов. Так, вот это у нас помада, губная помада 3D поцелуй, артикул 40006. Так, это заказала у меня клиентка. Цвет, я так понимаю, здесь либо какая-то вишня, сейчас даже не помню. Так, все запаковано, открывать не буду. Вот такая вот помада. Так, еще она у меня заказала крем. Это ночной крем Bloom. Так, артикул у нас. Где у нас артикул? Потерялся. Так, артикул у нас, наверное, внутри. 35+, активная защита от морщин. Ночной крем Bloom. Интересно, почему артикул у нас нет на коробочке. А, вот, нет, нашла. 0143 артикул. Ночной крем. Так, открывать тоже не буду его. Далее, маска для волос. Маска для интенсивного увлажнения волос. Технология глубокая гидратация. Маску не пробовала сама. Кстати, хотела тоже себе заказать. Артикул маски 89,65. Все это запечатано здесь, запаковано. Вот. Но по отзывам говорят, хорошая маска. Надо тоже взять, кстати, попробовать. Вот, шампунь. Вестронг. Для глубокого восстановления волос с маслом амлы. Так, артикул у него 89,68. Вот такой шампунь, по-моему, даже пробовала, не помню. Вот, тоже клиентка заказала, потом спрошу, как вообще, что за шампунь. Вот, далее, смотрите, что заказала себе. Ну, начну с пробников. Всегда беру пробники, что-нибудь новенькое, либо также даю их в подарок. Например, вот такой пробник, это ультракондиционер для белья. Утренняя свежесть. На самом деле кондиционер уже себе заказала, такой мне очень понравился. Он больше как бы идет для смягчения именно тканей и придает такую легкую свежесть, то есть у него нет сильного аромата. Артикул вот у данного пробника получается 117,51. Вот такой вот пробничек. Далее, что еще взяла? Маски. Маски беру, в принципе, всегда. Также идут на подарок, либо пробую их сама. Вот эта маска 23,75 артикул. Витамины маска для лица, киви и авокадо. Пробовала, хорошая масочка. Делать такие маски, как бы питать кожу, очень, очень приятно. Вот, еще две маски. Это, скорее всего, пойдут на подарок. Одна 40+, вторая 50+. Так, маски Ботаника тоже очень хорошие. Пробовала маску такую 30+. Хорошо питает кожу, увлажняет. Вот, здесь 40+, она идет восстановление и упругость. Так. Данная масочка, артикул 0713. Вот, иглица и радиола розовая. Маска 50+, которая хмель и облепиха, лифтинг и питание. У нее получается артикул 0765. Так, вот такие вот масочки. Так, что еще здесь есть? Мыло. Мыло уже, наверное, показывала вам. Такое уже брала. Артикул у него получается 8708. Вот, это у нас мыло. Яркий Мадагаскар. Вот, приятно мыться, хорошо пахнут. Так, далее, что еще взяла? Смотрите, маска. Взяла попробовать маску Ботаника. Это маска питания и укрепления, репейник и крапива. Вообще, маску очень хвалили. И как бы знаю уже о том, что крапива, она очень как бы полезна, питательна для волос. Масло репейник мы тоже все прекрасно знаем, отдельно даже в аптеках, по-моему, где-то продавалось. Вот. Здесь идет эта маска. Вот. У маски артикул 1261, вот 150 мл такая вот масочка. Пока не пробовала, попробую, обязательно расскажу. Так, далее,
Посмотрим, что у нас здесь. Взяла два батончика попробовать. То есть до этого как бы пробовала, раньше были другие у нас протеиновые батончики, тоже вкусные. Сейчас вышли новинки, их очень много вкусов. Решила тоже попробовать. Смотрите, значит, батончик глазированный Faberlic Premium Protein Bar со вкусом шоколада. Вот, кому интересно, здесь есть состав. Вот такой вот состав. Так, и артикул. Так, артикул батончика сейчас поищем. 35 грамм батончик. Идет 35 грамм. Так, скажу сейчас, подождите. Вот этот батончик у нас получается идет со вкусом клубника. Со вкусом клубника. Так, клубника получается артикул 15636, а шоколад артикул 15645. Так, попробую, потом расскажу, как на вкус. Далее, смотрите, пройдемся по масочкам. Заказала себе две маски. Вот эту маску уже пробовала. Восстанавливающая маска для лица Карите Орхидея. Это секрет Клеопатры. Маска у нас идет с белой глиной. Здесь также написан способ применения, состав. Если необходимо, можете остановить, посмотреть. Чем отличается вот эта маска? У меня сейчас просто другая маска с глиной. Пока она заканчивается, я вот решила опять заказать эту. В основном маски с глиной, что у них было, как бы бывало, сушило кожу. Ну, если у вас, например, сухая, да, для жирной кожи, например, они лучше подходят. Вот эта маска с глиной, она кожу не сушит, она ее как-то питает. То есть даже после смывания кожа такая идет напитанная. Очень приятный аромат, советую всем, тем более сейчас по распродаже, очень хорошая масочка. Вот. Далее, вот эту маску заказала просто попробовать. Давно уже смотрю на нее тоже, она идет по распродаже. Так, кстати, не сказала артикул. Артикул у маски получается с белой глиной 24-21. Так, маска «Сокровище Востока», питательная маска для лица «Органа и Лотос». Артикул этой маски 24-14. На самом деле эта маска мне понравилась, она очень, по отзывам читала, она очень питательная, и запах у нее, аромат просто обалденный. На самом деле даже вот она запечатанная, смотрите. Вот. Но маска, пахнет она даже через упаковку. Очень приятная, обязательно попробуем. Так, смотрите далее. Заказала ополаскиватель для полости рта, лечебная трава. Им пользуюсь тоже уже давно. Ополаскиватель артикул 2256, 250 мл, такая вот бутылочка. Он очень приятный, свежий в меру и в то же время такой вот немножко травянистый. Вкус очень приятно полоскать и надолго действие его держится. Вот, тоже советую всем. Далее, смотрите, взяла... Уже акция у нас сейчас на пятновыводители. Вот. Как раз у меня закончился жидкий пятновыводитель. И карандаш я свой куда-то потеряла. С переездом он у меня не нашелся. Вот как раз заказала. Карандаш пятновыводитель универсальный. Вот. Карандаш 35 грамм. Артикул 111-52. Очень хороший карандаш. Стирывает много пятен въевшихся. Вот. И жидкий. Универсальный жидкий пятновыводитель. Артикул его 111-51. Вот. Очень удобный, чем нравится, в отличие от карандаша, чтобы не тереть. Ну, есть какие-то ткани, которые нежелательно тереть. На них очень удобно побрызгал, подождал, пятно отходит либо в стирку, и после стирки уже отстирывается очень хорошо. Еще нравится вот с этим спреем обрабатывать светлую обувь, кроссовки, кеды, что-нибудь такое, особенно белое. Хорошо набрызгал, оставил, немножко подождал, потом все это смыл. Очень хорошо отстирывает, как бы очищает обувь. Вот. Так, далее. Ну, конечно же, как у нас без средств для духовок и плит стало заканчиваться. Обязательно заказала. Вот, артикул 111-19. Средство хорошее. Отмывает не только плиты, сковородки. Очень много, наверное, видели уже видео с этим
знаменитым, скажем так, средством. Что хочу сказать, и еще понравилось, отмывайтесь с этим средством, если когда-нибудь вы переезжали или что-то переставляли мебель, особенно на кухне. Может быть, замечали, когда шкафы отодвигаешь, иногда остаются такие пятна, что-то затекло туда или же завалилось. В общем, приходится их отмывать. Вот это средство очень идеально подходит. Наливаешь на это пятно, все это не ждешь где-то минут 10-15, и затем просто смываешь тряпочкой, не нужно ничего тереть, с пола вот это вот отмывать. То есть очень хорошо помогает. Вот, далее. Заказала также пробники порошков. Тоже они мне идут как бы на подарок, либо кому-то попробовать, кто у нас еще не пробовал наши порошки. Вот, концентрированный стиральный порошок. Универсальный. Вот, 40 грамм пробничек получается, это на одну стирку. Артикул 325. И концентрированный стиральный порошок для цветных тканей. Вот, здесь артикул 326. Вот такие вот пробнички. И также еще порошок, конечно же, как без порошка. Взяла себе на этот раз концентрированный стиральный порошок универсальный «Альпийские луга». Порошки у нас отличные, биоразлагаемые, дерматологически протестированные, что удобно, подходят они для всей семьи, то есть 0+. Здесь вот описаны все преимущества, они без хлора и фосфатов, то есть содержат биоэнзимы и очень полезны также для стиральной машинки, то есть очень такие классные у нас порошки. Данный порошок, он и для белых, и для цветных вещей подходит. И получается, ну, килограмм это на 3 килограмма стирки. То есть здесь 800 грамм. Вот. 800 грамм порошка получается. Так, и не сказала вам артикул 322. Вот. Отличный порошок. Хорошо отстирывает. Вот, далее, смотрите, заказала себе краску для волос. Уже полюбился мне этот цвет. Шоколадный каштан. Краска «Ботаника» с натуральными маслами и фитокератином. Вот. Так, артикул. Артикул у нас... Сейчас найдем артикул. Потеряла, где артикул. Так. Здесь, смотрите, кстати, репейное масло, масло крапивы, алоэ вера и фитокератин. То есть эта красочка, она еще и питает волосы. Вообще очень нравится. Краска не... жгет, скажем так, голову, когда красишь. То есть очень приятная такая краска. Вот. Никак не найду артикул. Так, найду артикул, сейчас вам покажу. Далее. Смотрите, взяла дезодорант. Это у нас парфюмированный дезодорант для мужчин. Мужу очень понравился. Инкогнито, то есть вторит туалетной водичке инкогнито. Свежий, пряный, древесный аромат. Очень нравится, я взяла, ему уже не первый раз заказываю, 3608 артикул. Так, далее, смотрите, взяла себе средство для интим-гигиены, гель, тоже уже заказывала, 200 миллилитров, 8721 артикул. У него такой нежный аромат, вот. С афродизиаками даже, ну, не знаю, как бы не обращала внимания. Вот, очень приятное средство, хорошо очищает, не вызывает аллергии и очень удобное с дозатором. Вот, также взяла попробовать, ни разу не пробовала, но мне что-то интересно стало, и мусс для интим-гигиены. Вот, такой вот мусс, тоже мягко очищает, способ применения, все это понятно. Артикул 2068. Вот такой вот мусс. Попробую, расскажу как. Вот, что еще? Заказала себе вот такую водолазочку. Артикул у нее 800-651. Цвет оранжевый. Размер ЭСКО 42-44. Состав 95% вискоза, 5% эластан. Вот, водолазку вам покажу чуть позже. Увидите, как она мне выглядит. Вообще очень понравилась. Хорошо угадала с размером. Не хочется ничего возвращать, хотя есть у нас возврат. Конечно, можно и вернуть одежду. Вот, смотрите, вот сейчас. Так, вот так это все упаковано. Идет вот в такой вот, такая картоночка. Вот такая вот
водолазочка. Вот она получается с горлышком идет. И вот такие вот небольшие рукавчики. Очень приятный такой материал. На лето самое то. Очень понравился яркий цвет. Вообще яркая одежда. Очень хорошо камера, кстати, передает свет. Даже, мне кажется, еще ярче, чем на самом деле. Вот такая вот водолазочка. Так, артикул я вам сказала. Вот, собственно, все, что я заказала в данном каталоге. Вот, кстати, новый каталог тоже пришел. И здесь, смотрите, у нас появились новые маски. Очень интересные инстамаски. В следующем каталоге можно будет заказать. Вообще новинок очень много. Вот. Если хотите заказывать также с 20%, то есть от 20% скидки, качественную продукцию, пишите мне, ссылки увидите под этим видео ниже. Вот. И всем спасибо, пока-пока.